В ОБСЕ призвали официальный Киев освободить главного редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Там заявили, что журналистов не должны сажать в тюрьму за их профессиональную деятельность. А Вышинский, цитата, работал честно и выполнял все свои обязанности. Сергей Лавров назвал суд над журналистом театром абсурда. Россия давно требует не просто вернуть Вышинскому свободу, но и восстановить его права. Между тем, процесс снова затягивается. Заседание, которое должно было состояться в понедельник, перенесли, если вновь ничего не случится, на пятницу. Защита журналиста добивается, чтобы ему изменили меру пресечения.